Во время экономического... Ну, возможно, так получилось, что для некоторых зрителей это перекликается с теми событиями, которые были у них в детстве. Это, ну, вот наша самая широкая аудитория — это те люди, которые застали это время. В этом смысле это перекликается с ними. Но нет причины, по которой это произошло именно сейчас. Это могло и 10 лет назад произойти, и через 10 лет могло произойти. Они не по-другому смотрят, они наоборот подпитываются. И как будто для них это что-то такое, вау, типа здоровское. На самом-то деле, если смотреть, как раньше люди жили, это было ужасно. Thank you.